what's coming over me. Игра скоро начнется, а нам показывают, как разминается лучший бомбардир лиги. Скоро узнаем, сможет ли он забить и сегодня. Здравствуйте, друзья! Все готово к началу матча. Перейдем к составам буквально через минуту, а пока позвольте представить моего коллегу. Георгий Черданцев и Константин Генич вместе с вами сегодня на этом матче. Поехали! Сегодня Вольфсбург встречается с Байером. Посмотрим на состав Вольфсбурга. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. И пробил он по воротам. Вратарь спасает своих. Мяч в его руках. Ошибается игрок. Здесь дарит момент сопернику. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Максимилиан Арнольд. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. Классный отбор. Можно играть. Теряет атака мяч. В штрафной вынос. Душ-Сантуш Авейру. Ищет возможность для удара, судя по всему. Есть удар! Отличный момент, но оборона здорово тоже действует. Сегодня Вольфсбург встречается с Байером из Ливеркузена. Первые хуже всех в лиге обороняются, а вторые идут впереди по показателю забитые мячи. Отличный удар! Есть первый гол в игре. Счет открыт. Заслуженный гол. Команда доминировала, так что этот гол был просто вопросом времени. И, наконец, он состоялся. Вот такой вот мощный выстрел из-за пределов штрафной в левый угол ворот. Игра возобновляется после гола Байер. Фабиан. Джеффри Брума. Эшли Барнс. Вольфсбург идет через фланг в атаку. Там свободно. Какая техника. Как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. Гол. Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И с такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Ну что сказать, голище. Великолепная передача с правого фланга. Ты посмотри, как он сыграл. Оказалось бы, Георгий, да, все просто. Увидел партнера, оценил ситуацию, отправил мяч в штрафную. Но как исполнено, а? Еще раз смотрим гол. Отлично разыграли. Очень хорошо пробил игрок. Стандарт действительно удалось реализовать. Классно. И подача туда, в сторону ворот. Самый простой и надежный способ в такой ситуации — просто-напросто выбить мяч, и все. Эшли Барнс. Плохо сыграно, мяч потерян. Душ-Сантуш Авейру. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Первыми они на мяч выходить не будут. Ждут, когда он сам придет к ним. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Митчелл Эли Вайза. Байер пробьет угловой. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Душ-Сантуш Авейру. Кевин Фолм. Момент для удара. Мяч выбит. И это конец перспективной, в общем-то, атаки. Хорошо мяч перехватили в атаке.
Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. От души по мячу он приложился. Юлиан Баумгартлинге. Душсантуш Авейн. Начался второй тайм, и после первого Байер выигрывает. Душсанту Шавейру. И есть гол! Первый гол его только раззадорил. Вот, получите дубль. Пока на поле только одна команда, счет на табло это очень точно отражает. Бендер. Душсантуш Авейру. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперника. И я подозреваю, что этот промах его прилично расстроил. Но он сегодня же на хитрик должен идти. Конечно, ему пока обидно. Ло Чельсо. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Ну что, Константин, играет лидер, и в этом, по-моему, нет никаких сомнений. Да, Георгий, не забываем, что команда находится во главе турнирной таблицы, и я даже не могу себе представить, кто ее может сдвинуть оттуда. Кевин Фолл. Похоже, эта атака закончена, мяч они потеряли, классно в перехвате сыграли. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. И есть поддержка у этой атаки. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Слухи ходили давно об интересе Ромы к новому игроку, но сегодня, насколько я знаю, дело дошло до конкретики. Это так? Да, совсем скоро информационное поле нормализуется и будет ждать какой-то новой сенсации. Ло Чельсо. Фабиан. Войсбург идет через фланг, в атаку, там свободно. Ужасное исполнение, вратарь с мячом. Кевин Фолл. 20 минут осталось играть. Такие передачи придают атакам остроты. И подает штрафную. Защита первая на мяче, вынос. Мяч перехвачен, шанс организовать собственную атаку. Потери и у соперника. Байер идет в атаку. Он просто не заметил. Какой удар! Прекрасный гол! И это, между прочим, третий гол. Он оформляет хет-трик. Одна команда сегодня на поле. Жозуа Гилабу. Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Байер с мячом на фланге, там есть свободная зона. Важно подавать тут. Лукас Лейв. Душсантуш Авейру. Какой момент! Нужно бить! Вратарь забирает мяч. До конца игры 7 минут. Здесь он попадает под прессинг. Ну что, можно подводить итоги встречи. По сути, на поле сегодня была одна команда. Счет на табло тому подтверждение. Душсантуш Авейру.
опасно! Мимо. Они, похоже, хотят растоптать оппонента и не дают тому спуска. Джеффри Брума. Лукас Лейва. Все, матч завершен.